Приветствую всех на своем канале, с вами Маркелло Борис, и это CryptoHands. CryptoHands, который самый лучший, самый первый безрисковый блокчейн проект, который стартовал в апреле месяце, и многие сюда зашли. И никто не думал, не ожидал, что случится такое, что будет дополнение CryptoHands. Итак, это сайт DoubleWay. DoubleWay. То есть это двойной такой сайт. То есть если CryptoHands это у нас получается тринар, то DoubleWay это бинар. И что это такое? Новый проект? Нет. Это просто продолжение CryptoHands, который до сих пор работает и который до сих пор дает прибыль своим непосредственно участникам. DoubleWay тоже дает прибыль. Чуть-чуть здесь изменили сроки. И вход здесь сейчас на данный момент 0.08 этериумов. То есть, если вы участник CryptoHands, вы можете зайти и зарегистрироваться именно по своему по своему кошельку, с которым вы регистрировались в CryptoHands. То есть на данный момент стоимость, если по курсу смотреть, $10.20 будет регистрация именно в DoubleWay. Что же нового? Да, в принципе, ничего нового, кроме того, что это бинар, кроме того, что даже я вот вам понадобится 0.008 ETH, на данный момент это составляет $6, примерно $6.44. Даже я вам много сказал. Вот вы можете увидеть, что вот здесь вот сумма указана. Как заполнить, как пополнить кошелек, все вы это прекрасно знаете. Есть прекрасный кошелек, который называется MetaMask. Есть кошелек Trust Wallet, через который вы спокойно можете зарегистрироваться. Ссылка на регистрацию вы можете найти под этим видео. И я вам скажу, что это стартовало только неделю назад. И здесь вы с первого уровня получаете 0.16 ETH. То есть два человека под вас регистрируются и 0.16 ETH. Это стоимость второго уровня. Со второго уровня вы уже получаете 0.64 ETH. А дальше можете посмотреть 2, 4, 8, 16, 32. Здесь даже набирать скорость намного быстрее, чем это делало с CryptoHands. Потому что в CryptoHands нужно было 3 человека, хотя тоже особых проблем там не было никаких. И кто следит за моим каналом, вы видели, как развивалась непосредственно команда Happy People. И эта команда Happy People за месяц набрала более 70 человек. Сейчас вы здесь также можете зайти. Доступная сумма для многих 0.08 ETH. Можете зайти посмотреть, решать. Если вы были зарегистрированы, вы можете просто сейчас активироваться, зайти. Причем, если вы были зарегистрированы в CryptoHands, здесь вот ссылку вы можете найти вот буквально вот здесь вот. Вот здесь вы можете найти эту ссылочку, по ней перейти и произвести свою активацию в кабинете. Пока есть места, пока у нас регистрация проходит, сначала проходили у кого большие уровни были, сейчас регистрация проходит с 3 по 8 уровень. Также завтра, по-моему, даже уже сегодня, 29 декабря, начинается регистрация именно тех людей, которые зарегистрировались ранее. Давайте я сейчас выйду и покажу вам таблицу. Я тоже сюда зашел. Сейчас я выхожу. И мы посмотрим. То есть регистрация. Перейдем. Смотрите, запустилось это все буквально 8 дней назад. И вот с сегодняшнего, даже со вчерашнего числа, с 28 декабря доступна регистрация со 2 по 8 уровень или до ID 512. И уже с 2 января по
10 января все участники Crypto Hands. И после 21 дня будут регистрироваться все. И вы можете прекрасно понимать, что какая сейчас здесь движуха начнется. Если за 8 дней у нас получилось около 1000 регистраций. Давайте я войду. Регистрация здесь такая же, как и в CryptoHands. И вход такой же, как и в CryptoHands. Вы можете даже с тем же самым кошельком заходить, с которым вы регистрировались. И у нас сейчас получается 939 человек. Это регистрация за 7 дней. Вы можете сейчас прикинуть, сколько человек будет буквально через 21 день. Как же здесь заработать и как вообще здесь проходить? Вот здесь есть такая вот инструкция, где вы можете пройти, посмотреть. То есть вы можете по кошельку, который я оставлю под этим видео, зарегистрироваться. Вы можете зарегистрироваться со своим кошельком, в который вы в CryptoHands были. Либо установить кошелек MetaMask, либо установить кошелек Trust Wallet. И вы можете это все сделать. И вот на шаге третьем здесь написано «Получить рефералов можно тремя способами». Привлеките рефералов. Ну, привлеките мне не нравится эта надпись. Просто рассказать о возможности, что вот можно в такую систему войти, получить рефералов от ваших аплайнов. Здесь работает та же самая система перелива. Соответственно, сейчас я буду приглашать людей. У меня сейчас под первым уровнем пока никого нет, потому что зашел я буквально вчера вечером, ну, около суток назад. И здесь же есть система переливов от самой системы. То есть админы сейчас тоже взялись за активное приглашение людей. И еще один способ. Ваши рефералы из CryptoHands автоматически становятся вашими рефералами WWay. То есть рефералы из CryptoHands становятся рефералами WWay, а рефералы из WWay заходят в CryptoHands. Вот такая вот двойная система и вот такое двойное ускорение. Если у кого какие-то вопросы остались, соответственно, можете обращаться по контактным данным, которые вы найдете здесь. А если вы уже решили заходить, ссылка на регистрацию, кошелек на регистрацию будет под этим видео. На этом заканчиваю. Всем привет!